В Республиканской филармонии прошел благотворительный концерт в поддержку участников специальной военной операции «Вместе мы большая сила, вместе мы страна Россия». Свои музыкальные номера представили воспитанники детских школ искусств города Черкесска. На концерте побывал Алихан Лепшоков. Подобные концерты сплачивают общество, и нам приятно, что юные дарования принимают участие в благотворительных мероприятиях, отмечают организаторы. Перед входом в концертный зал филармонии установлена специальная урна, куда желающие могут внести ту или иную сумму в поддержку семей участников СВО. Благотворительное мероприятие собрало полный зал, и нам приятно видеть, что такую акцию поддерживают жители республики, отметил министр культуры Карачаева-Черкесии Зураб Агирбов. Благотворительная миссия мероприятий позволяет каждому зрителю, каждому участнику внести свой вклад в поддержку семей, которых родители сейчас участвуют в специальной военной операции. И инициатива, которая поддержана главой республики, оперативным штабом, мэрией города Черкесска, сегодня воплощается вот в этой череде мероприятий. Вот здесь рядышком с нами находится специальный большой короб, в который любой желающий может нести сумму, которая пойдет в фонд поддержки семей участников СВО. В свою очередь заместитель мэра Черкесска Елена Йенсен-Данильчук отметила, что сегодня наши военнослужащие защищают счастливое будущее, охраняя безопасность нашей страны от неонацизма. Мы гордимся нашими ребятами, смелыми, стойкими, верными сынами Отечества, настоящими патриотами. Всесторонняя помощь военнослужащим и добровольцам, выполняющим боевые задачи в зоне СВО, а также их семьям сегодня главный приоритет. Мы всегда на связи и всегда готовы поддержать наших бойцов и их родных. Юные талантливые воспитанники школы искусств дарили свои яркие музыкальные номера, завораживая зрителей своим мастерством исполнения. Дети активно и с удовольствием готовились к этому концерту, говорят педагоги юных артистов. Для нас, конечно, это очень значимо, потому что это пойдет в поддержку тех, кто воюет в СВО. Мы очень переживаем, желаем им скорейшего возвращения. И наши дети подготовили танец, называется «Детки-конфетки». Они тоже очень переживают, для них это тоже волнительно, но в то же время и ответственно. Они тоже пришли с большим энтузиазмом поддержать наших воинов. Также юные воспитанники школ искусств продемонстрировали свои таланты в игре на различных инструментах. Алихан Лепшоков, Олег Молхожев, «Вести», Карачаево-Черкесия.